каши в городе. Меня зовут Юлия Райдлер. Сегодня мы с вами в теплом гостеприимном городе Майами и отправляемся на самую крутую вечеринку этого года. Тысячи людей, тонны шампанского, океан музыки, веселье, всеобщее ликование и восторг. Все, кто в эту ночь пришли отпраздновать Новый год в Гольфстрим-парк в Майами, запомнят этот праздник на всю жизнь. Такого Майами еще не видел. В роскошном банкетном зале только VIP-гости. Шикарные женщины, платежеспособные мужчины и повсюду русская речь. Новогоднюю сказку здесь готовы видеть не только дети, но и взрослые. От Нового года я жду очень многого, поэтому самое главное, наверное, это чтобы все исполнилось, все, что планируем. Всем хочу пожелать миллионы денег, миллионы минут счастья, миллионы минут позитива и всего-всего самого наилучшего. В новом году я хочу... я растерялся. Что я хочу? Так знал, что я хочу в новом году. Я не знаю, что я хочу в новом году, что я хочу в новом году. Да, я хочу, чтобы оно продолжалось. Конечно, здоровье самое важное, счастье, удачи, финансового успеха. В общем, всего самого-самого хорошего. Ну, всем удачи, счастья, здоровья. Мы хотим опять-таки ярких впечатлений, счастья, здоровья, всем успеха. И самое главное, мир да. Во всем мире. После такой веселой новогодней ночи в Гольфстрим-парке навряд ли даже петух проснется первым. Яркие номера, шутки, розыгрыши, музыканты, артисты цирка, остроумные ведущие и алкоголь через край. Также веселиться, также радоваться жизни и верить в то, что этот Новый год, он принесет много радости, много счастья и любви, волшебства и исполнения желаний. Каждый следующий шаг, каждая следующая ступень в вашей жизни, в вашем бизнесе была только успешнее, чтобы вы радовались жизнью, просто кайфовали от жизни. Ну и, конечно же, вот, только хороших и близких друзей рядом. Только вперед, с Новым годом! Самым ярким событием этой ночи стало выступление легендарных групп «Мираж» и «Ласковый май». Музыка навеки связала несколько поколений. Впервые у нас такое, что Новый год... Ни одной снежинки, только нарисованные я видел сегодня на торговом центре. Пальмы цветущие. То есть у нас такого Нового года еще не было. Пальмы, одновременно пальмы зеленые и елочки наряженные. Это просто вообще круто. Песня-хит 90-х «Белые розы» в исполнении группы «Ласковый май» и спустя 30 лет вызвала бурю эмоций и радости. И жителям Майами хочу пожелать в этот Новый год счастья, успехов, здоровья и всех-всех благ. Рома Жуков в завершении вечера заразил зал живой энергией и уверил всех, что мы встретимся снова. Я хочу пожелать, чтобы наши с вами желания совпадали с нашими возможностями. А даже, может быть, где-то возможности превышали. И, конечно, чтобы на это на все у нас было с вами здоровье у наших близких. И у нас все будет хорошо, я уверен, если мы будем друг другу желать одинаково того, что желаем себе. Зал ликовал, танцевал и желал друг другу счастья. Очень много счастья, успехов и удачи. Счастья в новом году, успехов, любви, перспектив, здоровья. Вечер великолепный, все супер. Желаю всем, самое главное, это любви и оставаться позитивными. Это ключи к счастливой жизни. Муа, люблю вас всех просто. Меня зовут Роман Терещенко, я артист цирка Дисней шоу «Кюриос». Я поздравляю всех с Новым годом, желаю счастья, здоровья и всего самого доброго. Я очень рад находиться здесь сегодня на сегодняшней тусовке. Это обалденно. Гольфстрим, русская тусовка, рулит. Мы встретили его вместе в Майами. Мы желаем вам счастья, любви, благополучия в новом году. И до встречи на канале НТВ Америка.